И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival, все так же с модом Extinction. Модом DLC, неважно. Суть вы понимаете. Пока что еще играем без глобальных модов. Из глобалок предложили, если не ошибаюсь, Пире, Анунаки и Прометей. Ну, как бы все их в свое время уже смотрел, так что да, в этом плане как-то так. Посмотрим, вообще посмотрим, что-то как-то где. Кстати, вот эта вот Амина, она... А я говорил? Я вроде говорил, да, что она работает от этого генератора. Господи, все, я уже путаюсь, что я говорил, что я рассказывал и так далее. Три на кожу вообще никак не справляются. И у меня, ну, хорошо, ботиночки появились... Штанишки просто тупо 300 брони и ни о чем. Хотя эти тоже 300 как бы брони, но эти хотя бы прочность побольше. Че? А какого фига вот тогда работа мастера, если у вас 300 брони? Окей, короче, мне только с ботинками повезло. И то сейчас их сделал. Да, кстати, у меня один цветной кристалл. Я его специально не открывал. Это было смешно. Штанцы, блин, вот штанцы-то мне еще сколько раз, конечно же, нужны. В целом, смотрите, в чем суть. Не, это мне ничего не надо. Я задумываюсь о том... Нет, это сейчас не очередная всякая фигня. Кстати, да, я установил это. Вот, задумываюсь о том, что, как, где мне снимать. И чистота. То есть, вообще, в целом, меня позвали старые друзья на... Да, я их поставил обсидиан, черный жемчуг только. Ха, прикольно. Вот, старые друзья позвали в проект, в старую добрую мамошку. И, как бы... А чё, погнали. И поэтому... Ой-ой-ой-ой, я всё понажимал подряд. Вот, и поэтому... Поэтому, возможно, у меня времени просто не будет на ютубчик. Вот, поэтому, как бы, в этом плане я еще подумаю, что как где. Поэтому, либо серии будут через день выходить, либо еще реже. А, я куда пошел? Вот, там будет видно. Вот, ну и куда мы сегодня идем-то? Ну, конечно же, вы прекрасно знаете, куда мы идем. Идем мы в Forest Dungeon. Да, собственно, я хотел в прошлой серии и Ice Dunge, и Force Dunge посетить. Да, долгая прогрузка. Но, к сожалению, у меня не получилось это сделать. Вы сами видели, из-за чего. Вот, и как бы... Поэтому пришлось как-то все это дело делить. Force Dunge, вход в Force Dunge находится здесь. Кстати, да. Он ДПС в левом верху. То есть 11, ну, грубо говоря, 12 на 38. Вот, поэтому в этом плане все легко и просто. Велонозавры, чем минус? Он разгоняется очень долго. То есть он стартует медленно, а потом быстро, то есть он даже вот ходьба у него, да, то есть он разгоняется, он медленно разгоняется. Это крайне неудобно, очень крайне неудобно. Вот, ну ладно, это все фигня. Погнали в пещеру. Я честно не знаю, кто меня здесь ждет, и по ходу дела там опять эти ублюдки. Барсуки недоделанные, как они меня бесят, ну какого фига? Да по... Иди в жопу, сраная пурловия. Я тебя на подлете, тварь, буду убивать. Я всю выносливость потрачу. Ты слышишь, ну так-то борзеть хорош. Вот смотрите, вот такого фига он не работает. Слышь! А раньше не мог? Тогда у меня мутохал тут. Ну ладно, хотя бы так. Кстати, что это? Добывается, интересно, нет? А чё он такой прозрачный? Да, пурлови это фигово.
Урлови это просто песос. Такс. О, вот он, вот, вот, вот. Попал, отлично. Отлично, отлично, отлично. Вот, если бы не странные Пурлови, вот нафига в две пещеры добавлять этих странных Пурлови? Ой. Блин. Пещера прогрузилась, зараза. Нафига вот реально в две пещеры добавлять это странных Пурлови? Ну куда их так много? Самое главное, зачем? Тихо-тихо-тихо, я ж не вижу ничего. Ты хорош. А, господи, у меня я третьего от первого лица включил. Блин, я думаю, какого фига у меня здесь. Так, нет, давай, короче, их обойдем, эти твари, а. Давайте все-таки попробуем. Терезиночки. Терезиночки, это прикольно. Давайте попробуем, короче, их обходить. Будем по уму, короче, делать, да? И будем их обходить. Ёперный театр, нифига тут диносы какие. Благо, благодаря трубы Эвейсом Спайлас, мы можем видеть всех этих... Текст. Вот, можем видеть всех этих Пурлови заранее, и поэтому без каких-либо проблем заходить. Все-таки я хочу походить именно на нем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Выносливость, да ладно! Тихо-тихо! Оу! Терезинка, она бьет по это, по седаку? Фигово. О, чувак, кричи подольше. Застрянь еще где-нибудь, а потом... На тебе, ублюдок, на тебе, ублюдок! Вот это я сейчас наочканул конкретно. У меня выносливость закончилась, прикинь. Просто я на измене такой сидел, думаю, чё делать, блин? Так, мне больше ничего не надо. Блин, мне броню попереломали, твари. А-а-а! Чёрт! Так, окей. Да ладно, на нее тоже волокна надо, что ли, да? Я сейчас так подумал, блин. Так, ну хотя бы кожаную сделаем. Давайте еще парочку сделаем. Потому что кожаная она мне дает возможность надеть скин. Ну вот, и поэтому она мне нужна. А, ну кстати. Кстати, я забыл про них. Про эти сраные когти. Середина. И лапы. Блин. Хорошо, что появились. Так, ладненько, погнали. Ну, кстати. Пурлови только в начале встретились. Это здорово. Да-да-да-да-да-да-да. Сидишь как-то за пулемет на турели. Кстати, надо будет все-таки потестить нормально, как работает этот эффект турели. То есть, как турели вообще срабатывают. Уже более адекватно. Не так в полевых условиях, не пойми как, а именно как это положено. Экс. Отлично, отлично, высекаем просто на ура. А, велонозавр все-таки тащит. Вот это вот его режим турели, это просто огонь. Точнее, режим пулемета, я бы даже так сказал. Это не режим турели, это чистой воды режим пулемета. Особенно вот этот вот режим, так чик, слева, право, так хо, хо. И даже вот крутанул колесо и вперед, то есть, ну, вообще огонь. Супер. Так, стоп. Показалось, глюканул у меня. Блин, я из-за трупа не могу пройти. Отлично. Так, выносливость. Выносливость надо будет покачать. А, я думаю, что у них за точки на всех диносах? Типа такие, ну, какие-то точки непонятные. Это как тековские. Это, блин. Это иголки от велонозавра. О, надо убрать эту фигню. Так, восстанавливаем выносливость. Качаем еще немножко выносливости. Явно это лишним не будет. Так, давай туда скинем. Давай шмоточки себе закинем. Что у нас здесь? Так, вода. Здесь есть что? Здесь нет что.
Достаю, отлично. Значит, они тоже до меня не достанут. Так, кстати, ты у меня... Если что, давай следовать за мной лучше. Окей. Здесь ничего нету. Кстати, да, мне подсказали, как, точнее, где находится жемчуг, а точнее жемчугозаменитель. И в одной из серий следующих... В воде, что ли, надо проходить? В одной из следующих серий мы обязательно пройдемся по... Вот это вот, точно. Обязательно поисследуем карту, полетаем и так далее. Я тут себе специально не спойлерил, что, где, как. Вот. Старался по максимуму не спойлерить. Вот, но как бы посмотрим. В общем, посмотрим эту карту получше. Я думаю, в одной из следующей серии. И уже потом, то есть в следующей серии еще поблуждаем по миру. А потом будем выбирать, собственно, этот мод, какой-нибудь глобальный мод. Вы также все можете писать в комментариях, название мода. Да, можете предлагать даже название единого, почему бы нет. Я могу их переименовывать, с этим проблем нету. Вот. Круто. Поэтому давайте, а то... Нет, если вы хотите Анунаки, то пишите Анунаки, это не проблема. Чем больше людей за Анунаки проголосуют, тем больше шанс на то, что это я его установлю. Соответственно, чем больше за другой мод, тем больше шансов, что я его установлю. О, ты ж ты нифига дилка. У меня вопрос. Вопрос решен. Не лутается. Я все еще не знаю до сих пор, где добывать соль, кроме как с этого. Здесь, наверное, какой-нибудь артефакт должен быть, судя по закутку. Кроме как с этого гача. То есть у меня гача дает соль. У меня сейчас там 1000 соли. И это реально дофига. Кстати, вот очень... О, во, контейнер, отлично. Там не артефакт, а контейнер. Ну, господи, кто меня постоянно смотрит, тот знает, что я могу контейнер назвать артефактом, артефакт контейнером. Так что нормас. Для меня это норма. Вот он, контейнер. Все отлично. Что я хотел сказать? Очень здорово. Очень. Вот просто вот. Блин, разрал. Иди нафиг отсюда! Микрораптор, ублюдок, я вас ненавижу. Ну ладно, их хотя бы можно убить по-нормальному. Вот. Капразух! Слышь? Ага, а так я его вижу. Ну, мать, господи, я испугался. Извините. Я испугался. Вот. Очень здорово, что они этих пурловий долбанных только на начало этой поставили. То есть они не мешаются по всей карте, как, допустим, в ледяной пещере. Это здорово. Это прям нереальный кайф. Да, здесь есть другие, там, типа, капразухи, микрорапторы и так далее. Но их можно убить. Их можно по-нормальному убить. Вот, вот, вот так вот, издалека, прям, по красоте. Замочить всех нафиг, и все будет огонь. Вот там вот, козел. Где? Как тебе там? О, попал. Вот, поэтому, как бы, в этом плане, да, я не спорю. Они такие же противные, они такие же отвратные, но... Опять рогатка, блин, ну всякая фигня, короче. Но пройти здесь легче. Здесь легче. Пока что. Самая сложная пещера это ледяная. И я думаю, за ней этот статус так и останется. Оу, ее! Мочи всех! Да, просто. Оп, тихо. Капразух. Отлично. Так, погоди, здесь просто в круговую можно обойти. А, ну да, здесь, короче, типа ничего. А там, типа, короче, Дина забагали, да? Кстати, да, он умеет прыгать, это прикольно. Я это в видосе не показал, где они. Интересно. Интересное кино. Кстати, когда входишь в этот режим,
он может лево-право ходить. То есть вот так вот он не может ходить лево-право, да, то есть я могу так поворачиваться. Но входишь в режим, то есть он может лево-право ходить. То есть вот, допустим, вот видите, да, лево-право. Это удобно. Ну, то есть как бы выцеливать цель, все дела там. Это намного удобнее. Ядрёша, матрёша, давай. Так, надо было ускориться. Даже? Чё-то я это... Чё-то затягиваю серию. Надо было ускориться! Ускориться! Пошёл в жопу! Давай, иди нафиг! Нафиг иди! Я по тебе поводу всё равно. Ай-яй-яй-яй-яй. О, молодец! Во! А сейчас ты работаешь как надо. Вот ты молодец. Ты молодец. Ты даже ударил его. Вот ты старался. Тихо-тихо-тихо, стоять, куда пошел? Не надо его труп жрать. Не надо. Не надо, я боюсь потом. Что? Погоди. Ха! Прикол. Ладно, похаваем. Классно. Ну, по крайней мере, еду пополнил. Так, побежали. Побежали поскорее. Побежали побыстрее. Мы попали прямо в воду. И выбежали, короче, я понял. Я выбежал в обратную сторону. Окей, я понял. Бежим. Да. Мне вот сюда надо было вообще бежать. Угу. Не, ну также пещеру проходить интереснее. Точнее, смотреть на пещеру. Я бы ледяную так бы прошел, если бы не эти твари. Под названием Пурловьи. Ненавижу реально их. Я их просто ненавижу. За вот эту фигню, то, что они просто под землей. Их невозможно заранее убить. То есть, соответственно, с винтовки стрелять, неважно. Ты их заранее не убьешь. Но кровушки они тебе попортят. Ну, вы сами видели их недамаг. То есть просто безумная тварь, которая... Давай! Тупай! Вот микрораптор, да, казалось бы, тоже такая же противная тварь, но Пурлови это просто несравнимо. Из тех, кто выбивает из седла, Пурлови самая тварь, потому что она взрывается в землю, и ты, соответственно, ее не можешь выбить никак. О, да ладно! What the fuck? О, артефакт. Вы это видели, сколько здесь диносов? Ядрить тебя в корень. Какая красота. Неудивительно, что здесь немножко подлагивают. Но артефакт взят. Место снайпера занято. Так, погоди. Почему он? Ага, во. И пошла жара. Экс. А да ладно, там Пурлови сидит. Вот это фигово. Только про них столько поговорил, и вот они опять. Так. А, это просто типа вода. Окей. Бляха-муха, сколько их здесь много. Это песос. О, погоди, у меня тут мороженка закончилась. И давай выносливость качнем. Отлично. Так, также давай все в тебя скинем. Шматягу сразу же давай заменим. Отлично. Пурлови! Пурлови! Твою мать! Это... Аж две было. Хидрих. Хидрихтинг, блин. Нормас. Я живой. Спокуха. Пока что попасть не могу. Пока что вылезти не хочет. Блин, надо гранаты. Надо гранаты. Так, подожди, а как от тебя избавиться? Не, я не хочу, короче, из пещеры вылазить. Надо как-то от тебя избавиться. Как избавиться от тебя? Вот как от тебя избавиться? Давай попробуем.
Блин, ладно, попробуем как-нибудь избавиться от него. О! Глаз! Отлично! В общем, сработало. Я вызвал этого чувака, и все нормально. То есть он подошел, эта тварь вылазит. И, конечно же, все как надо. Все по красоте, все как мы любим. Убиваем эту тварь. Классно. Так, теперь. Чувак, спасибо. Тихо-тихо. Велик, давай-ка вот без этого. Никуда. Никуда и ни зачем. О, давай, пошла жара. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокуха. Отлично. Ужасная птица, еще одна. Отлично. Спокойно. Ох, туда вообще гранату закинуть, реально, а. Прям, чтоб по красоте все разлетелись. Лазавр, но! Мы же сделаем круче. Ну, ведь круче же сделаем, да? Мы сделаем просто мясорубочку. Давай, надеюсь, мясорубочка не сделается из меня. Такс. Отлично. Погнали, давай. О! Во, пошла жара. Так, трубу сейчас вырублю. Оу, фак. Капра, зуха. Зуха, капра. Блин, давай, чувак, спасай меня. А, спасибо. Не, ну стащили же. Чё? И кто сказал, что я тут сдохну? Ну-ка, быстро написали в комментариях, что Сарика затащил. Ой, блин, как бы это все залутать. Ну ладно, нафиг. Как бы здесь выжить, вот это факт. Погнали дальше. О, fucking bitches. А, точно, ты ж капразух, ты ж говна кусок. А вот иди в жопу. Эй, давай, нафиг иди. Эй, вторая. Чувак, help me, please, don't kill me, I'm friendly. Да что растадашь тебя, давай. Не, ну... Санька затащил номер два. Я жив, черт побери, я жив. Офигеть, я уже не знаю, сколько раз распрощался со своей жизнью. Ей-богу. Так, ну артефакты я нашел, отлично. Тихо. Так, трупы мешаются. Я чувствую себя как в тире. Как в чертову мать его тире. Особенно вот так. Ты такой, пи-пиу. Так, погоди. Надо дождаться того тернозавра. О, раптор микро. Слышь, иди сюда, мелкое говно. Опаньки. Выносливость. Чувак? Пиу. Это хорошо. Надо выносливость останавливать. Нифига себе, вот я вообще бы это бомбанулся. Так, 50 левел, конечно, это неплохо, но... Так, не то. Так, и... Вон туда. Вон туда, короче, иди. Отлично, Пурлови отогнали. Да, читерно. О, тихо. Нифига себе. Блин, это... А может, это и была неплохая идея. Так, ладно, в любом случае. Ты летишь домой. Погоди. О. А, погоди. Нет! Ты не летишь домой, да? Черт. Вот, теперь летишь домой, отлично. Оп, молодец. Погнали дальше. Ну, крайне дофига всякого говна здесь в пещере. Ну и богу. Ну прям конкретно.
Прям вот так охота, прям грену какую-нибудь туда закинул, прям так, о, что по красоте разлетелись, а там все нафиг в хлам. Ух, это было бы прям красиво. Но, я тут гаражатами нормально не пользовался никогда. Вау, тихо. Поэтому, как бы, не знаю, по красоте разлетятся или нет, но это надо какой урон вкачать, чтобы это было все реально по красоте. Вот это фигово. Выносливость! Куда пошел? Стоять! Я из-за туши не мог ударить по тебе, козел! Сдохни, тварь долбанная! Хорош меня бить! Чувак! Да на ты, господи, уже! Че, мне жалко, что ли? Это самая криповая пещера, я вам так скажу. Самая сложная ледяная, самая криповая, это вот это. А почему? Да вы смотрите, сколько здесь этих ублюдков! Так. Ну куда ты бежишь? Опять крову купил, кинул, блин, козел. Так, надо восстановиться. Так, ну немножко повосстановился. Немножко поиграл в игру Tower Defense от первого лица. Ну, блин, было прикольно. Когда у тебя там толпа такая бежит, ты их просто отстреливаешь. Так. На удивление, да, здесь можно забраться. Ядрить тебя в корень. Забрался, называется. А вот вам и Tower Defense. От первого лица! Так, спокуха. Тебя. Во-во-во-во, тихо-тихо-тихо. Это смс, ну да, смс, короче, телефон, не обращайте внимания. Это меня, короче. А, тихо-тихо-тихо. Так, погоди. Не-не-не-не-не, отойди. Мне надо восстановиться. Говори, мне надо восстановиться. Да не торопись. Восстановиться мне надо, говорю. Подождите. Мне все фигово, там он еще пурлови бегают. Но уже неплохо. Крайне мало выносливости. Прям безумно не хватает выносливости. Отлично. Но в целом прикольно. О, зацепил. Огонь, все эти резинки на меня согрелись. Ну, или почти все, не знаю. Но там, которые в радиусе были, они согрелись. О, птаха, вали нафиг. О, так это классно. Блин. Но это совершенно новый геймплей. Реально, вот с этим Дино это совершенно новый, совершенно другой, совершенно необычный геймплей. Не тот, к которому мы привыкли от слова совсем. Да он? Там контейнер? Наверное. А, нет, это артефакт. Вот еще ядрено. Кстати, да. Оказывается, это не глюк иногда, это не баг мод был, а увеличивать через Shift. Правую кнопку мыши. С этим модом, когда-то на Дином. Вот так вот бывает. Не знал, тоже подсказали. Здорово. А я все грешил, типа, глючный мод. Ну, типа, это, иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Такс. Но, в любом случае, ты иди туда, а я тебя подсоблю. Слышь, что говорю? Я говорю, ты идешь туда, а я тебя подсоблю. Дальше. Молодец. А я говорю, я тебя подсоблю. Не бойся. Все будет нормас. Че? Где наш не пропадал-то? Даже? Такс, отлично. Теперь его на базу. Да, читерно, я не спорю. Ну и проходить-то нужно. А, не-не-не-не-не-не. И проходить-то желательно эту игру не одному. Но, тем не менее... Мы забрались до терминала. А это означает все-таки... Артефакт взяли. Контейнер, мать твою, нашли. Ненавижу Кронотавр. Вот они конкретно скримеры. Вот. Потом что? До терминала добежали.
Так что по факту пещеру прошли. Ну, можно так сказать. По крайней мере, теперь вы знаете от и до. Ой. Хотел взять предмет, блин, лапа тиранозавра. О, здесь другой. Короче, зауропод и тиранозавр нужен. Классно. Блин, ну было смешно, как я пытался босса взять к себе в карман. Типа, чувак, пошли со мной. Нормас. Так, вот, мелкую тварь надо забить. Все-таки я буду считать это дело незаконченным, если я их оставлю в живых. Раз. Два. Три. О, огонь. Погнали мочить гадов. Экс. Один, второй. О, подожди, не добил. Отлично. Так, это добил. Это добил. О, не добил. Да что ж такая живучая эта тварь оказалась? Текс. Там Пурловия. Кстати, если знаете, как от Пурловия избавляться более легальным способом, назовем так, пишите. Вот честно, я не знаю, как от них избавляться. Но мне еще везет. Здесь Пурловия такого дрючевого левла. Опс, выносливость. И они меня не убивали. Барионикс. Тоже ненавижу тварить. Фу. Ну что я могу сказать, народ? Вот такая вот была пещера. Именно Форест. То есть лесная пещера. В целом прикольная. Маленькая, как пустынная. То есть реально они изначально, по ходу дела, все-таки сначала делали ледяную пещеру. Оу, да. Делали сначала ледяную пещеру, а потом уже делали остальные. Потому что в ледяной пещере там конкретно прям лабиринт. Там вот все как надо. То есть и пройти, и заблудиться, и найти, и сдохнуть раз 500. Все сделано как надо. Но здесь что пустынка, что лес, здесь уже ну такое себе полегче. Вернулся к развилке. Кстати, здесь он контейнер находится. Можно было его взять. И, соответственно, я бы покачал. Да у меня и так максимального левела. Куда качать-то? Замечательно. Ну вот, вернулся к развилке, чтобы посмотреть, что здесь. Вот она, та самая развилочка. Вроде бы та самая, я не знаю. Но интересно было, что да когда где. Ну, я еще сделал скриншотик на превьюшка для видоса. Ну, как бы я уже изначально... О, тут контейнер, да? Вот, я изначально уже знал, какой я сделал концепт. Вот, поэтому, да, слушай, ну, сразу же бы завернул и возвращаться бы не пришлось. О, винтовочка. Крутяк. В итоге, что мы получили? Кицеркуатль, седло золотое. Классно. Ну и штурмовая винтовка. Ну ладно, народ. В общем... Такое-то было путешествие. Мне все вполне устраивает. Здесь легче, чем в зиме. Она короче, чем зима. Вот если взять пустыню и лес, короче, соединить вместе, и получится снег. Такие его дела. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать на каждый, делиться моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.